Siamo il futuro e il presente per via di un passato di fame e di sete. Всем привет, с вами Кирилл, вы на канале Кирилл Ким. Мы сегодня с новой серией на проекте Магазин Холиплей, это второй сервачок. Все ссылочки есть, как всегда, в описании под видео, поэтому заходите, смотрите и начинайте играть вместе со мной. Ну и, конечно же, не забывайте вводить мой промокод, пишите SHMM, 7-й пункт промокод, указать друга ютубера и вводите промокод Полканов. За этот промокод вы получите 450 тысяч, если просто вкачаете уровень. А уровень вкачать очень легко с помощью квестов, поэтому, дамы и господа, просто берите, заходите на любой сервак Амазинга, вводите мой промокод при регистрации, проходите квесты, качаете уровень и забирайте просто бабки. Поэтому вводите промокод и все будет у вас реально красиво. Ну а в этом ролике, дамы и господа, у нас будут будни дальнобойщика, довольно-таки интересные, информативные, поэтому за это можно обязательно поставить лайк и подписаться на канал. Если вы на этом ролике наберете очень хорошую активность, то я вам обещаю, то, что я буду выпускать каждую неделю будни дальнобойщика. Поэтому все только зависит от вас, от вашей активности. В видосе вы также услышите много полезной информации, там план на будущее, то есть советую вам реально ролик посмотреть от начала и до конца. Всем желаю приятного просмотра, а тем, кто кушает, приятного аппетита. Итак, дамы и господа, я только проснулся, поэтому могу жестко тупить и заговариваться. Реально, сейчас просто 9 утра, я проснулся, и сейчас буду работать дальнобойщиком, ну и, соответственно, снимать для вас будни дальнобойщика. Потому что давно не было, в принципе, есть что вам рассказать и показать, поэтому я думаю, видосик будет, в принципе, интересный. Тем более, утром лучше всего катать, потому что мало людей, много контрактов, тем более у нас есть компания, и нам нужно забирать топы. Давайте посмотрим для начала, что у нас по рейтингу, потому что я вот только зашел в игру, и еще ничего не смотрел. Так, по рейтингу у нас все хорошо. Мы топ в 9 забрали, я так понимаю. Сейчас мы будем работать и забирать топ в 11 часов. То есть все, в принципе, хорошо. Давайте посмотрим, сколько у нас уже наград. В принципе, в компании. Я думаю, это тоже интересно посмотреть. 27 наград. То есть мы пока что забрали только эту награду сегодня в 9 утра. Ночью награду мы не забирали. Ну, я думаю, ничего страшного. Потихонечку развиваем компанию. Копим награды, как бы. Все, думаю, хорошо. Сейчас я вам покажу подробно свой магнум, который я недавно приобрел. Вы помните то, что изначально у меня был газон, потом я купил магнум, и я купил еще новый магнум с нитро, потому что без нитро магнум мне как бы не особо понравился, а с нитро с первым чипом, в принципе, он едет очень даже неплохо. Почему, пацаны, я вообще как бы продал газон? Потому что изначально я как бы работал на газоне, и мне он как бы нравился. Но, пацаны, прошло время, и мне он вообще перестал нравиться, то есть мне реально комфортней работать на магнуме. Может быть, это из-за того, что я изначально катал на магнуме примерно 3 года, и возможно из-за этого мне газон как бы не зашел, но я считаю, если брать газон, то с этим чипом, то есть первым чипом, пацаны, я вам не советую брать, ну, такое себе, если честно. Да, газон охуенный именно для заработка, но для души, пацаны, мне больше нравится магнум. Как ни крути, магнум мне кажется лучше, поэтому я, в принципе, выбрал магнум и буду работать на нем. Давайте берем наш первый рейсик. В принципе, я думаю, сейчас надо еще забежать купить ремочек, потому что я не помню, есть они у меня или нет, потому что в дороге все может произойти, и лучше заранее просто приобрести себе ремочек, чтобы у нас они были. Да, ремок у меня, в принципе, нету, поэтому сейчас забежим быстренько, купим ремочки. Ремочки, конечно же, дорогие, но, пацаны, ничего страшного. Я думаю, мы накопим 100 наград, сделаем обмен и сразу же купим 24 на 7 бизнес, и все будет у нас нормально. Поэтому в будущем у нас в планах купить 24 на 7, потому что ремки покупать по 8000, пацаны, это очень дорого, и поэтому мы хотим приобрести лично свой 24 на 7, всей фомой, так сказать, закупаться, ну, по нормальным ценам. Ну что ж, вот такой вот магнум, ничего в нем такого крутого нету, просто первый чип стоит, антирадар, нитро и бак, все, больше ничего здесь нету. Целостность, конечно же, я подубил, потому что мне негде ее чинить, как бы, пока что приходится ездить вот так вот. Воска 15 миллионов, то есть, ну, обычный просто магнум с нитро, пацаны. Как бы, я не буду себе оставлять его навсегда, поэтому я внешний вид ему не переделал, то есть я его какой купил, такой он, в принципе, остался. То есть, я с ним ничего не делал, потому что я не вижу смысла тратить на него
бабки. В планах в будущем купить, конечно же, другой магнум, поэтому этот магнум я как бы решил под себя не делать. Просто какой есть магнум, такой есть, как бы бабки я тратить на него не хочу. Поэтому внешний вид я ему как бы не менял. Просто такая рабочая лошадка на время, как бы подкоплю бабок, потом куплю уже другой магнум. Пацаны, с этим чипом просто очень редко продают и очень дорого, поэтому пока что как бы мне на него не хватит в любом случае, тем более мы купим на бизнес. То есть я пока что бабки именно коплю тоже на бизнес, то есть помогать Америкосу как бы купить бизнес. То есть он мне помог, он мне как бы купил машину, он сказал мне типа бабки можешь не отдавать, просто копи бабки и скинемся на бизнес. Все, как бы вот такие вот дела, пацаны. То есть как бы по сути я ему должен, но я ему отдам бабки, чисто добавлю на бизнес, на наш бизнес, который будет у нас. Который скорее всего будет на мне, потому что компания находится на Америкосе. А соответственно, скорее всего бизнес будет находиться на мне. Поэтому, пацаны, вот такие вот дела. Также, пацаны, я думаю, вам интересно, какой у меня скилл дальнобойщика. Как бы, кто на стримы приходит, тот в принципе в курсе. А кто не приходит, пацаны, то лучше приходите. Потому что на стримах происходит много чего интересного. А скилл, пацаны, у меня 19-й, как бы, скорее всего, сегодня уже вкачаю 20-й, это 100%. Короче, пацаны, пиздуем, короче, в порт. Все, в принципе, хорошо, пацаны. Постепенно я качаю свой скилл дальнобойщика. Да, конечно, не очень быстро, как бы, можно было бы еще быстрее. Но я считаю то, что 20-й скилл за неделю, пацаны, ну, почти 20-й скилл за неделю, это довольно-таки хорошо. То есть, прогресс хороший, я особо не задрочу. Я в день работаю, пацаны, 2-3 часа примерно, поэтому особо задротить, честно, не хочу. Тем более, есть, как бы, другие дела, там, постримить тоже надо, видосик снять, смонтировать. Ну, я думаю, вы сами понимаете. Я стараюсь видосы выпускать каждый день, как бы, чтобы вас радовать. Это довольно-таки сложно делать, но, пацаны, я стараюсь, надеюсь, вы это цените. То, что я, как бы, выпускаю ролики каждый день практически. Бывает, там, я немножко пропускаю, но, пацаны, я, как бы, не робот, сами понимаете. Как могу, так и ебашу, пацаны. Поэтому не обессудьте. То есть, ролики, как бы, стараюсь реально выпускать каждый день. И стараюсь тоже стримить каждый день. То есть, стараюсь максимально сейчас активить. Поэтому, пацаны, мне нужна ваша поддержка. Поставьте лайк, подпишитесь на канал. И, конечно же, приходите на стримы. Я буду реально вам очень сильно рад. Также напишите в комментариях, пацаны, нравится ли вам Бугин дальнобойщика, как бы покажите это активностью. То есть, если реально будет хороший актив, то я раз в неделю буду выпускать Бугин дальнобойщика. Где мы с вами будем общаться, что-то обсуждать там. То есть, ну, если вам реально такая темка зайдет, ну, связана с Бугин дальнобойщика, то я буду раз в недельку выпускать Бугин дальнобойщика стабильно для вас. Поэтому покажите просто активность, пацаны. Давайте наберем на этом ролике 200 лайков. И я реально каждую неделю буду выпускать Бугин дальнобойщика для вас. Пацаны, я когда пришел 02, здесь дальнобойщика вообще практически не было. То есть я реально несколько дней катался и видел за весь день только двоих там дальнобойщиков. Я вам серьезно говорю. А сейчас, когда мы перешли 02, здесь очень много дальнобойщиков появилось. И меня это не может не радовать, пацаны. То есть реально мы эту культуру дальнобойщиков, так сказать, подняли. Их сейчас здесь реально много. То есть теперь здесь реально много больше работы дальнобойщиков. Появилась реально конкуренция, то есть между компаниями. Я считаю, в любом случае это хорошо. То есть теперь... Теперь реально есть конкуренция, есть теперь много дальнобойщиков, то есть их реально много, особенно днем либо вечером, их реально много. В том плане, то что мы перешли 02, мы сделали только лучше, потому что здесь реально появилось намного просто больше дальнобойщиков, где-то в 50 раз больше реально. Просто на 50% больше стало дальнобойщиков. И это реально, пацаны, круто, и, блин, не знаю, я очень рад, пацаны, то что, ну реально, мы типа перешли сюда, и здесь реально появилось... Много просто дальнобойщиков. Вообще просто их не было видно. Реально, я вам серьезно говорю. Я когда перешел, просто не было дальнобойщиков. Я такой думаю, ебать, а где все просто? И тут мы просто оравой своей залетаем, пацаны. И просто все. Много дальнобойщиков. Движухи там туда-сюда. То есть это реально, пацаны, круто. Поэтому кто желает, можете приходить к нам на 02 сервак. Я буду просто всем рад. Могу вас принять в семью. Принять в компанию. То есть будет реально все красиво. Поэтому кто желает, можете приходить на 02 сервачок. Я буду всех ждать. То есть за неделю, пацаны, реально много людей просто со мной перешло. Вам просто огромное спасибо. Просто всем большое спасибо. Реально, кто пришел 02 поддержать меня, помочь мне, нашей компании. То есть вам реально очень большое спасибо. Мне кажется то, что ну, реально мы на 02 реально будем нормальную движуху делать. То есть я буду там конкурсы возможно делать. Просто пацаны, сами понимаете, сейчас надо подняться, надо купить бизнес, надо еще ловешечку заработать, как бы, чтобы было на жизнь. И тогда можно будет делать конкурсы, там, розыгрыши, догонялки, там, и так далее. То есть, вся эта движуха, пацаны, будет,
но попозже, скорее всего, после Нового года. Что я хочу вообще до вас донести, то, что мы перешли на второй, пацаны, мы сделали этим только лучше. То есть, реально, здесь появилось намного больше людей, намного больше дальнобойщиков. Начали там машины поактивнее перепродавать, там, покупать туда-сюда. То есть, я своим переходом сделал только лучше. Я так считаю, то есть, мы ни с кем здесь не ругаемся, у нас нету конфликтов. То есть, мы спокойно играем, как бы, со всеми нормально общаемся. То есть, мы там не пытаемся кому-то что-то доказать. То есть, мы просто играем, пацаны, просто играем в свое удовольствие. То есть, общаемся со всеми. Здесь реально хорошая комьюнити, то есть, здесь реально много адекватных людей. Охуенно. Какого хуя? Не, я, конечно, все понимаю, но, блядь, ну я... Типа, а, блядь, ну 100 метров оставалось рейс довести. Ну, ёбаный в рот, блядь. Честно, пацаны, я даже не понял, почему так произошло, почему у меня, как бы, сервак вырубился. Ого, ебать. 114, ты шо, Маруся? А шо, и с интернетом какая-то хуйня, что? Я не знаю, что происходит, как бы, вроде бы все нормально было. Так, давайте брать, короче, следующий рейсик. Давайте, я думаю, на ферму поедем. В принципе, 21 тысяча, пацаны. Ловешечку, как бы, тоже нужно зарабатывать. Скилл скиллом, пацаны, но ловешечка не помешает. Поэтому сейчас поедем на ферму, в принципе. Заработаем 20-ку. Пацаны там тоже работают. Работают, потеют, как бы, надо топчик забирать. Я думаю, вы сами это понимаете, поэтому ебашить надо жестко, пацаны. У нас в компании надо реально жестко ебашить. Ну, не прям пиздец, понимаете? Просто когда вас просят, типа, помочь топом, вот тогда надо реально ебашить, пацаны. Надо реально помогать, как бы, ну, я думаю, вы должны это понимать. То есть мы там никого не заставляем ебашить там 24/7. То есть, когда надо топчик взять, то желательно, пацаны, поебашить просто. Ну, когда вас просят, вот и все. А так у нас, по сути, даже нормы в компании нету. На самом деле, пацаны, работает дальнобойщика 02, это охуенно, потому что здесь нету радаров. Здесь вообще нету ни одного радара, то есть вы можете реально с кайфом просто передвигаться. На 02 реально охуенно просто работать. Ну, нету радаров, ты едешь, ебать, сколько хочешь по городу, и как бы ты никаким образом штраф не получишь, потому что, ну, нету радаров. Вы можете штраф получить только из-за того, что просто проедете на красный. Это максимум просто, и все. Как бы здесь в этом плане очень, пацаны, хорошо работать. Дайте мне поработать нормально, ну ёбаный в рот. Что это за приколдесы, ебать? Можно мне, блядь, поработать, пожалуйста, нахуй? Амазин их, ебать. Ну не выёбывайся по-братски, ну ебать. Ну нормально общались, нахуй тебе отношения портить, ёбаный в рот. Пиздец, блядь. Я с утречка, ебать, проснулся. Хочу поработать, покатать рейсики, нахуй. А ты мне говоришь, иди нахуй. Ты что, блядь, дядя, блядь. Угомони свои таланты, блядь. Не, ну в натуре, блядь, чё меня выкидывают с сервака, я не понимаю. Дайте мне, блядь, отвезти рейс хотя бы один. Пожалуйста, по-братски, ебать. О, в Юшку можно поехать, чтобы не так уж и далеко, пацаны, в принципе, да? Вроде бы пинг нормальный, все, поебенили просто в южечку. И будем зарабатывать ловежечку. Надеюсь, больше такого, в принципе, не произойдет, потому что, ну, я уже заебался, пацаны, релогаться. Да ебать тебя в жопу, блядь. Куда ты полетел? Алло, а что мне со светофорами, блядь? Светофор, блядь, проснись, ты куда потерялся, да? Я извиняюсь, пацаны, за мат. С утречка надо поматюкаться, пацаны, без этого никак. Вот с утречка я с ним матюкался, все. День прошел впустую, пацаны, сами понимаете. Поэтому с утречка надо по-любому поматюкаться, чтобы было все хорошо. Так сказать, выпустить пар, пацаны. Залетаем, опа. Заебись, блядь. Ну, блядь, ну я ж сюда ехал, блин, не просто так. Ну что ж, дамы и господа, вот такие у нас получились будни дальнобойщиков. Да, конечно, не без проблем, но, пацаны, это нормально, как бы. В любом случае, мы нормально покатали рейсы. Мы обсудили много интересных тем, поэтому я считаю, то, что ролик получился довольно-таки интересный. Я думаю, для первой серии будни дальнобойщиков хватит. Но если вы здесь покажете хорошую активность, то я буду снимать каждую неделю будни дальнобойщика, где мы будем там что-то обсуждать, катать рейсы, качать скилл там и так далее. Поэтому пацаны, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, не забывайте выделить по промокод. Всех жду вас на втором сервачке, будем играть вместе с вами, могу вас принять в семью, принять в компанию, то есть все будет красиво, поэтому все приходите на второй сервак. Всем спасибо, всем пока-пока.